Всем привет, это очередная серия по танкам, с вами, как всегда, Бельвебер Герман. Мы вроде как выиграем 1-2, но все равно меня эта ситуация не радует, потому что счет у них, ну у нас, короче, счет как бы равный, если по убийствам посчитать. На вышке у нас никого вроде бы. Сейчас залезу, буду пытаться прикрывать. Вот, гляньте, эти лошары, походу, уже знают про эту фигню. Но я же говорю, команда какая-то вообще у нас тупая собралась, а враги у нас опытные. Враги нас как-то с флангов объезжают, как-то так, я не знаю. А мы нифига вообще не делаем. Ну, еще раз его пальни. О, отлично. Кристалл. Вот это все, это крах. Оба-на, огнеметчик к нам подъехал. Отлично, наш. Завалил его. О, там два. А, ну защита пропала. Ну ладно, вот это возьмем. 6-4. Да ладно, 6-6. Че вы тут не втираете? Никого на вышке нету? А то меня сняли с нее. О, кристалл. Если никого нет, я сейчас заберу кристалл. У нас 41 кристалл. Сейчас будет больше. Не, не заберу. Вот эта гнида успеет забрать первей. Ехать даже смысла нет. Зато вот эта тварь меня убьет. Зараза. Все это хрень. Гляньте, ну у нас команда реально лошары вообще конкретные. До кристалла мне не дадут доехать, наверное. Ну то, что у нас команда лохета, ясен пень. Блин, поехал на вышку. Ну ладно, едь. Ну все, давай, гаси его. Че он делает там бы? Уже стрелял бы по нему. А есть еще люди заезжают и просто на вышке стоят, ничего не делают. АФКшат или что? Дебилы есть такие. Тут надо с вышки спальнуть, а не АФКшат. Придурки. Не люблю я таких людей. Ага, ага. Ого! Как это он первый меня взял? Так, вот это плохо. Хорошо, что у меня двойная это... Двойной урон. Ну, сейчас меня, как всегда, убьют. Ну вот, чмо вылезло. На вышке уже нету, сняли. Офигеть. И едут синие на вышку. Ну, ты ж красный, вот огнеметчика, давай. Еще разок. Во, молодец. Вот хоть один не ступим. Не, ну у нас команда реально лошар каких-то. Никто не может ничего. Ну вот, едет. Класс. Ну стреляйте по нему, чего вы до флага даете дойти? Ну отлично, вон, забейте его уже, все. На вышке там сидит, поднимите дуло кто-нибудь, снимите его. Они уже все сняли, слава богу. Так. Нас убивают опять, как лошар тупых. О, понятно. Все, сейчас опять меня снимут. Простреливают просто всю середину. Гады. Он опять наступает. Это кто? А, ну понятно, это дальнобойный. Туда с ним уже не соваться лучше. Он выезжает. Отлично. И синий наш... А, нес флаг. Донес, круто. Сейчас я попытаюсь флаг донести. Вражеский флаг у меня, но у меня еще осталось два выстрела. Меня быстрее завалят, чем я флаг доставлю.
потому что тут всякие вот уроды вот туда едут. Нась. Нась. Еще разок. Все, надо уходить, иначе сейчас реально застрелят меня. Офигеть. Вот это вообще бред. Я не знаю, как наши так могут играть. Просто лошары и все. Не могут ничего. Просто тут реально лохи. По-другому их не назовешь. Ха, хрена с два, я все равно возьму кристалл. Даже если ты меня убьешь. Все, кристалл у меня. Даже в тебя стрельну разок. Вообще чудесно. Сейчас, конечно, не сильно классно идет игра, но мы взяли уже 5 кристаллов за эту игру. Или 4. Это просто кайф, я думаю, потому что реально классно. Они пытаются всеми силами прорваться, я так понимаю, к нашему флагу, но пока у них это все не получается. Еще что плохо, то что меня часто убивают, у меня интернет лагает очень сильно. И поэтому вот частые убийства. Так, главное, чтобы они вот не простреливали середину. Но они начали простреливать и вдвоем, походу. Ну ладно, я на вышке. Я думаю, это нормально. А, вот тут гад меня подбьет. Подобьет. Эх, я не успел его. Ну ладно, кто-то другой подобьет. Ох, кто-то с нашим флагом. Идите флаг назад верните, который там на земле вылазите. Ага, вот чмо подъехало. Вот гляньте, вот он дуло поднял и в меня палит. Вот такие люди, это плохо. Еще разок. Повезло. Крыса успел. О, перевернулся, сейчас я его загашу. Нифига себе. А, у него корпус мощный. Я, в принципе, тоже такой могу себе купить, но... Еще... Уго! Сколько я в него стрелял, даже не убил. А вон черненький. Ха-ха-ха-ха-ха. Отлично. Сейчас мы с вот этим типом его загасим. Ну, еще раз. И я его убил. Хе-хе. Тип помог. О! Это что, не наш, что ли? Черный какой-то там был. Едут, едут за флагом. За флагом крутые типы едут. Нась. Еще разок в него. Как меня сняли, я не пойму. Гляньте, вот красный куда-то убегает. Вот. Люди какие-то вообще странные. Я не пойму, у них из-под носа тырят флаг, они убегают. Вот так вот надо палить по ним. Я понимаю, я сейчас своему закрыл, но те, которые открыты, почему не стреляют? Вот, простреливают этот. Середину. Становитесь, простреливайте тоже. О, это огнеметчик. Красота, он не доедет сюда. Люблю я огнеметчиков, когда они на дальнем расстоянии, у меня пушка дальнобойная. Это круто. Заезжаем опять сюда, в надежде, что никаким придурком не взбрендит в голову. О! Кто-то взял вражеский флаг и сразу же его потерял. Ну и ладно. Еще разок. Еще разок. Вот черный, вот который, молодец. Вот он встал и держит свою, пытается держать свою позицию. Я вот понимаю, вот молодец. Так вот, если бы все делали, вот мы начали бы выигрывать. Вот кто-то двое держит или трое позицию, кто-то постреливает центр, кто-то по углам, а остальные ищут флаг. Тырят там, не знаю, еще забирают. Знаете, бок о бок едут и не могут друг друга убить. А вон огнеметчик едет. Я его не могу достать. Все, уехал. У меня еще лаги, поэтому мне тяжело.
знать. Он сейчас пока, наверное, поймет, кто его стреляет, он сдохнет. А, он за дом заехал, по-умному. Очнись, мужик, в тебя стреляю я. А, ну, тут уже ехать не надо, этот... Кикимора это заберет кристалл. А эта Кикимора все-таки пушку подняла и убила меня. 3-2, красные. О, мы выигрываем, отлично. Ладно, эта серия подошла к концу. С вами был Герман. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.